доказывают, что вимеры стремились проникнуть в природу божественного. Да ё-моё. Чё мне тут лагать так? Все эти приборы были сделаны для того, чтобы собирать да ё-моё. Искусный свет, а затем тут, как-то расщеплять его. Чё мне тут за лаги именно в этом моменте? Вау. Короче, всем привет, Анджела, добро пожаловать. Добро пожаловать в Skyrim. А, да ё-моё. Чё-то у меня с мышкой случилось, вообще не могу понять, что. Мне опять случается иногда, но я как-то исправлял раньше. А сейчас что-то не исправляется никак. Так, F12. Можно так попробовать, нет, не работает. Так, что там? Ты меня ждешь? Тебе от меня что-то нужно? В самом деле? Угась. Что ж, боюсь, я тут ничем тебе не помогу. Чтобы сделать что-то полезное, мне нужен кристалл, а у меня его нет. Ну, прикольно выглядит. Найти. Да как же? Это он! Это он! Не знаю, кто ты, но тебе только что удалось спасти этот проект. Кстати, кто это? Я? В самом деле, Савос нас даже не принял, когда мы к вам пришли. А теперь вы хотите чего-то от меня? Мне это не очень нравится, скажу я тебе. Но тебе удалось спасти мою шкуру, так что я постараюсь забыть о прошлой обиде. Идем, я все объясню по дороге. Да. Ну и что ты мне объяснишь? Великолепно, не правда ли? Агась. Труда было вложено, чтобы запустить его снова. Я лишь надеюсь, что дело того стоило. Внести кристалл в центральный аппарат, и мы начнем его фокусировать. Куда? А, вот сюда. Вау! Тебе от меня нужно? Чего себе? Я это на превьюшку сделал. Нажмем на эту кнопочку. Ой. Да ничегошеньки себе. А что нам типа надо сделать? Типа тут эти стоят, типа нам надо сделать вот такую же походу схему, да? То есть крайняя большая, ну, должна быть вот тут, потом вторая тут, а другая где-то еще, да? Или что, я не могу понять. Но покажет на эту кнопку. Именно на эту кнопку. Интересно, интересно. Я все еще здесь. Не пугать меня так. Я все понимаю, но я ничего не понимаю. Что надо для нас сделать? Чувак, что надо сделать? Объясни, пожалуйста. Нагрев и охлаждение заставляют кристалл увеличиваться и уменьшаться, что в свою очередь влияет на прохождение света через него. Тебе нужно будет использовать заклинание. Раз ты из коллегии, наверняка ты их уже знаешь. Тут где-то должны лежать учебники для начинающих.
на случай, если у вас уровень обучения еще хуже, чем я слышал. Ну, газ. Понял. Все, с холодом я все пониже, да, сделал? Я получу еще низко все сделал. Так, все, я сделал все правильно, нормас. Сейчас у нас нижняя часть. Найс. Хы? Что это? Это совсем не то, что должно было получиться. В смысле? Нет. А что это, карта или что? Так в чем дело? Что вы наделали? Вы хоть знали, чего мы добиваемся? Ты хочешь убедиться в том, что ваш план сработал и все наши усилия пошли прахом? Ну так объяснись. А что пошло не так? Я тут не... Что-то делаете? Нет другого объяснения. У вас там что-то есть в коллегии, не так ли? Что-то очень могущественное. Настолько, что я даже затрудняюсь высказать предположение. Что это? Ты имеешь в виду Око Магнуса? Око Магнуса? Что ж, если я прав, как интересно. Да. Посох. Любопытно. Могу объяснить подробнее. Это означало бы выдать множество тайн, которые Синод вызнал за многие годы. Кроме того, я сомневаюсь, что ты все поймешь. Не случалось бывать в планетарии, что в имперском городе. Именно там родилась эта идея. Мы создаем проекцию не только неба, но всего Тамриэля. А затем фокусируем латентные энергопотоки, чтобы наложить их на позиции. Тоже Скайрим, да? То, что наша конечная цель — открыть нам источники огромной магической энергии. Исключительно для того, чтобы... Или это части из разных игр. И все-таки нам открылись... Тоже возможно. Одно из них — ваша коллегия. Второе... Что ж, это может быть только Лабиринтиан. Итак, маг из Винтерхолда. Несмотря на твои усилия, я выиграл у тебя в твою же игру. Даже если это все вранье, я знаю, что у вас есть что-то в Винтерхолде. Что-то, чем очень заинтересуется Совет Синода. Я же сказал. Иди в Лабиринтиан, ищи свой посох. А я вернусь в Сирадил и представлю свой отчет Совету. Ты еще нас услышишь, уверяю тебя. Хорошо. Ну, да, возможно. Возможно, да? Я имею в виду, да, несомненно. Но сейчас это не важно, потому что я знаю, вы прячете в своей коллегии нечто еще более ценное. Совет об этом узнает. Он выяснит, что вы затеяли. Я полагаю, что нашел, чем мог надеяться. Твои уловки не собьют меня с толку. Ладно. Да. Человек какой-то подозрительный, Вася. Ладненько. Погнали.
Тут вдруг что-то есть, нет, тут нету. Да, я что-то сделал с этой мышкой, а то мне эта мышка раздражает, вот серьезно. Короче, я не знаю, как это исправить. Нет, я знаю, но... Есть один способ, только во время загрузки территории. Всего лишь один способ. Всех способов, которые я знаю. И то он не всегда работает. Так, короче, давайте сначала вернем, дадим ему эти кольца. Шестеренки, точнее. Чуваку, и потом пойдем выполнять это задание. Да. Короче, я что-то нахимичил, я что-то не понял, что я сделал, но я, короче, добился до этого эффекта, что у меня исчезла мышка. Я вообще не понял, что я сделал, но я что-то сделал. И меня это радует. Да. Такие дела. Где надо добраться опять до выхода? Можешь опять приостановить, чтобы ваше время не терять зря. Мое вот теряется зря, почти. Я, конечно, все понимаю, но... Как... К чем тут прикол? Вот это я не понимаю. Ага, ладно, все нормально, все нормально. Походу я уже дошел до выхода, мне тут чуть-чуть осталось. Та ловушка была. Мы ее проигнорили. Ох, наконец-то выход. Да ладно, минут, наверное, 6-7. Тушно бежал обратно, ё-моё. Погляди туда. Это две мерзкие развалины. Да ладно, только что добыли, понимаешь? Ах, как хорошо. Yes, my friend. Какой дракон, ё-моё. Не отвечает. Подождите, пожалуйста. Хорошо. Подождем. Тихо. Где-то Чубака. Это Чубака нужен, я ему шестеренки принес. Не знаю, что он там делает. Анкана, он вошел туда и теперь что-то делает. Мы не знаем, что. Мы пытаемся туда войти. Я ему за это голову оторву, честное слово. Помоги снять чар. Это макака. Немного найдется место, где можно сниматься на место, снимать я. И не боюсь. Так немного осталось, да? Вот что происходит. Идти можешь? Вставай на ноги. У нас тут беда. Анкана что-то делает с этим оком. Мы его не можем остановить. Я не видела Саваса после взрыва. Должно быть, его отбросило. Возможно, он ранен. Найди Архимага как можно быстрее. Беги. Со мной все будет хорошо. Мне нужно только перевести дыхание. Найди Саваса. А мне стрелочка показывает. Ха-ха-ха-ха-ха. Что-то макака делать, не могу понять. Ты в порядке? Что там случилось?
Во имя девяти. Значит, он за это в ответе. Да. За смерть Архимага. Смерть? Но это еще не все. Что-то случилось в Винтерхолде. Тоже работа Антана. Беги туда и убедись, что там все в порядке. Живо, поторапливайся. Я найду Мирабеллу, и мы попробуем справиться тут. Он мертв? Защищайся, на нас кто-то напал. Так. Чувак! Трохолоду. Что происходит? Это кто такие? Так. Зелье. Магии. Давай. Магическая аномалия. Чё столько много? Ой-о. Чуваки, мне нужна помощь. Они, конечно, не больно бьют. Е-мое. Зато разрушение прокачаем немного. Убили. Шоки, помогите. Или электричество, они лучше работают. О, мне помогает нормас. Ты чувак вообще? Все? Ничего себе. Где наша помощница? Где она? Ты где была, ё-моё? Чего себе в руках? Ничего себе даешь. Ух ты, да у них эти кристаллы. Прикол. Еще что за фигни вообще такие? Какие-то аномалии вообще. Я в шоке. Ну, зато хорошо, что нам помогли. Сейчас более так. С ними разобрались нормально. Вау, короче, я в шоке. Может, по моему голосу это не скажешь, но я в шоке. Чувак. Да уж,
Нужно сосредоточиться. Разнесли мы их. Все здесь штуки, мы их еле-еле разнесли. Если мы одни, мы бы одни их не разнесли. Но огонь на них лучше работает, чем все остальное. Да? Все в порядке? Хотела бы я сказать то же самое о нас. Мы с Толгером попробуем продержаться. Тебе нужно получить посох Магнуса, и чем быстрее, тем лучше. Тебе же велели его найти, верно? Если легенды про посох правдивы, если он и вправду способен поглотить неимоверное количество энергии, то, может, мы преодолеем магию Анкана. Ну, логично, по крайней мере. По крайней мере, логично. Ой-ой-ой, я тут провод какой-то вытащил. Так. Что? Это точно? Посох там? Это не может быть простым совпадением. Какие совпадения? Савос. Перед смертью он дал мне кое-что некоторое время назад. Он сказал мне, что это из лабиринтиана, и что я пойму, что с этим делать, когда придет время. Я думаю, он хотел отдать это тебе. Дело, но это было для него что-то очень личное. Также, думаю, тебе стоит взять этот амулет. Он принадлежал Савосу, но я думаю, тебе от него будет больше проку. Возьми это и уходи отсюда. Принеси посох, прежде чем Анкана разрушит всю коллегию. Че за Анкана такая макака толстая? Тел не взял. Услуги по зачарованию предметов. Взял и посреди всего ушел. Даже не договорил. Что это было? Нормас. Куда тащиться-то? Ох ты ж макака. Макака, а? Я, конечно, все понимаю, но ё-моё. Ты куда тащиться? Да давайте-то я тупо тут похожу, знаете. Понятно, тут паника там. Да, это... Так ты? Что ты тут делаешь? Тебе нужно добыть посох, иначе все пропало. Ладно, ладно, посох-то похос. 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 Ладно, потащились в эту туда. За похосом. Посохом. Похосом. Можно отсюда туда побежать, но лучше бы Морфал туда телепортироваться. Ну, сейчас удивительно, конечно, будет 25-24-минутное видео, потому что туда будем отправляться уже в следующей части. Такие делишки. Короче, спасибо, что смотрели, сам Джоу Джоу. Сейчас вообще очень интересный сейчас развивается сюжетик. Я просто в шоке, это такая крутая вещь, короче. И мы, как вы видите, у нас полно заданий. Можем эти задания тупо не знать, что с ними делать вообще. Как он назывался? На букву А, да? Ну, куда едем? Ну, Морфал. Я даже не помню. А знаете, я не помню, как города называется, но потом, как я. Стоит старушка. Сама эта старушка, мне 20 там, наверное, в игре лет. Короче, все, да. Спасибо, что смотрели. Мы делался это комментируем. Дальше мы пойдем уже при съемке. Надеюсь, сейчас никакого дракона не будет. Если он будет, придется его сейчас убить при съемке, потому что потом будет паника. Нет. Драконов нет. Все хорошо. F5. И... Бай-бай. Тут даже недалеко до него потом дойти. Ой, да? Ну что, смотрите, мы вот тут, а он вот тут. То есть вот тут по горе, вот где-то, наверное, вот тут собраться, может быть. Или вот отсюда. Что если это место, и потом пойти вот сюда.
Народ, вот смотрите, куда мы уже доходим потихоньку, да? То есть, если вы заметили. То есть, сначала мы были вот тут. Немного исследовали. Вот тут. Тут мы были уже, вот тут нам надо было уже выйти, вот тут. Тут нам не надо было, но мы уже были просто так. И вот тут мы где-то были, вот. Короче, мы уже потихоньку исследуем эту всю территорию, будет нормально, думаю. Ладно, народ, теперь давайте точно. Всем пока.